Навязывание автовладельцам дополнительных услуг в сфере страхования стало основной темой брифинга, который сегодня состоялся в Управлении Федеральной антимонопольной службы Почувашии. Там побывала и наша съемочная группа. Эта негативная тенденция обозначилась еще в прошлом году. В УФАС обратилось почти 200 человек. Они посчитали, что при заключении договоров страхования ОСАГО были нарушены их права. С начала этого года 70 автовладельцев обратились в ведомство с заявлениями на незаконные действия только одной компании «Росгосстрах». В отношении ее не раз были вынесены предписания о нарушении закона и выписаны соответствующие штрафы. Общество было привлечено к административной ответственности за неисполнение предписания. Если гражданин, житель республики отказывается от иных видов страхования, не отказывать ему в страховании ОСАГО. Это вот один блок предписания. Второй блок – вернуть все те суммы, которые ими получены при страховании ОСАГО, как мы говорим, незаконно. Данные предписания компании до сих пор не выполнены. В дело вмешалась прокуратура. Слишком много стало обращений на этот счет. К ней подключились Роспотребнадзор, Центробанк и УФАС. Вот их рекомендации по этому поводу. Для того, чтобы получить страховку, именно нужно не позднее месяца обращаться. Не позднее месяца до истечения страховки. А когда такая вот... Ну, когда уже столкнулись с тем, что истекла, то или ждать месяц после подачи заявления, или соглашаться на иные дополнительные виды страхования и потом уже с них взыскивать. В Управлении Федеральной антимонопольной службы надеются, что совсем скоро ситуация изменится. Ведь автовладельцы поняли, что закон на их стороне, и они будут отстаивать свои права в суде. Татьяна Леонтьева, Сергей Рябчиков, Республика.